Всем привет! С вами снова я, Евгения, и сегодня я продолжаю рассказ о коллекции игрушек «Черепашки-ниндзя». И сегодня у нас в гостях лидер этой команды Леонардо. Я раскрою эту упаковку и покажу вам все его мечи катана поближе. У Леонардо просто королевская коллекция мечей катана. На панцире специальный двойной чехол, так что он может извлечь оружие очень быстро и продолжать бой. У Леонардо три меча с разными лезвиями, три ножа и звездочка. У Леонардо на глазах синяя повязка, а для защиты он использует повязки на пальцах, запястьях, щиколотках, а также специальные защиты для коленей и локтей. Леонардо и всей его команде требуется подкрепление, и они с удовольствием поделятся с вами своим оружием. О всех них я расскажу вам в следующих наших выпусках. До свидания!